сегодня я вам хочу показать, как сделать вот такого вот, сейчас он укатился, классного лизуна. Он тянется, сейчас, он тянется, он рвется, а не тянется. В общем, его очень приятно мять вот так вот. Вот. Вы его можете покрасить абсолютно в любой цвет, какой вам захочется. Вот. И этого лизуна можно сделать из трех ингредиентов. Без тетрабората натрия, персила и так далее. Нам понадобится сода, точнее не сода, а вот такой вот раствор из соды. Это тут вода, тут сода, разбавленная горячей кипяченой водой. Можно не кипяченой. Это клей, то есть вода, сода и клей. Клей обычный у меня ПВА, белый такой. Вы можете использовать прозрачный клей, у меня белый. Так, значит, я тут уже делала лизуна, поэтому он у меня... Сейчас я вылью это. Налью сюда еще побольше. Вот. Значит, наливаем сюда вот этой вот соды, содовой воды, я так буду это называть, и клей. Я вылью клея побольше, потому что я хочу лизуна чуть побольше. Вот. Он так красиво растекался сейчас. И теперь самое главное. Мы не мешаем вот так вот, а мешаем, мы собираем клей в одну кучу. Мы не должны мешать, как я не знаю, как будто суп какой-то или плов. Мы должны аккуратненько собирать. Вот так вот. С каждой стороны. Пока у нас наш клей не превратится вот в такой лизун. Когда он полежит, он станет тверже, потому что клей высыхает. Поэтому его надо держать либо в пакетике, либо в каком-то контейнере. Вот. Я сначала вообще вливала клей, а потом уже вот эту воду. Ну, думаю, ничего не изменится, если я немного переделаю рецепт. Я надеюсь на это. Короче, да, ничего не изменится. Там я пощупала пальцем, нет, все сворачивается. Короче, надо просто его дольше мешать, и все. Вот так вот. Аккуратненько. Вот так вот. Сейчас. Вот. У нас вот это вот свернулось только. Вот, смотрите. Заворачивается. Потому что мы клей собираем в одну сторону. И клей смешивается. Если у вас получился лизун, и этот лизун липнет к рукам, значит, надо дополнительно его окунуть еще в вот такой вот содовый раствор. Без клея, без ничего. То есть просто окунуть в содовый раствор. Вот у нас уже, смотрите, получился вот такой вот лизун. Его надо еще подольше подержать здесь. Его еще рано вытаскивать. Видите, у нас из такой кучи клея получился вот такой вот лизун. Мягкий, эластичный, который приятно мять. Я делаю новый лизун, потому что вот этот у меня уже подсыхает чуть-чуть. И он так вот сворачивается.
Его надо, наверное, этот лизун держать в воде содовой. Да. Ну как, попробую вот этот лизун окунуть сюда. О, он стал мягче. О, соединю вот эти два лизуна. Лизуна. Соединю эти два лизуна. Так. Вот. Посмотрите, что у нас получилось из вот этой вот большого пятна клея. Получился вот такой вот большой растекающийся лизун, который липнет пока что к ложке, и его надо чуть-чуть там подержать в водичке. Я уже ложкой не пользуюсь, я уже пользуюсь руками. Ну вот, короче, вроде бы не липнет. Сейчас я его окуну в чистую соду, в общем, ну не в чистую соду, а именно в чистый раствор соды. Так. Вот у нас чашка есть с содой. Я его туда окуну сейчас и вам покажу все. Тут еще теплая вода. У меня именно в теплой воде он хорошо так застыл. Сейчас. Вот. Ну что? Вот у нас получился лизун такой большой. Он не липнет к рукам. Я, потому что я его дополнительно еще засунула в содовый раствор, и он не липнет к рукам. Это у меня от остался от прошлого лизуна. Вот такой вот классный лизун. Правда, потом, когда вы его помнете, этого лизуна, то у вас будут оставаться налет такой белый на руках. Это от соды. Когда вы его будете мять, мять, мять еще больше, да, он у вас будет нормальный. Вот. Кому понравилось видео и лизун, вы можете, кстати, его покрасить. Да. Так вот, кому понравилось видео и лизун, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!